А давай этот... Санта Лучия, Санта Лучия. Алло. Знаешь? Алло. Да. Ты чё жрёшь, сидишь, падла, блядь? Привет. Дима. Ты можешь, пожалуйста, оценить мой ремикс на трек Fairplay, Баска? Буду очень сильно благодарен. А слышно на стриме, интересно, как он жует? Да. Бля, прикинь. Просто АФК жратва стрим и, блядь, и тупо донаты собирает. Давай дальше. Сейчас. Алло. Да. Тут, короче, супер хит. Оценить какой? Надо. Давай. Ты видишь, что у него в сборах, ФФ? Налысо сосиску. А сколько надо? Он сумасшедший, блин, 90 тысяч собирает. А сколько тебе уйдет сосиска? 70. А чё за грабёж среди белого дня? Ну, так вот. Такая жизнь. Комиссия огромная, чё-то, да? Понял, комиссия 20 тысяч. А, ну не 20, а сколько там? 20 тысяч. Что это такое? Оцениваем. Суперхит. Это новый трек Фира? Нет, ремикс. А, это ремикс. Ремикс. Так, сейчас. Гоу. Я надеюсь, это станет хитом. А я не слышу. Это трек. Я тоже не слышу, Дима. Сделай демку другую, да. Станет легендой. Фир, ты тут? Блять, я сейчас нахуй тебя словлю, урода. На, блять, за жопу тебя прямо. На, удочкой в жопу тебе. Нормально? Приятно? Поворачиваешься? Ебать, а что он делает руками, осуждаю. Фир, сейчас, подожди. Он табается? Какой ужас. Ах, нет. Жаль. Это что за птица? Это самолет. Это птица, ой, какой ужас. Я вышел. Ты вышел? Я вышел с демки. Ну, у каждого свой музыкальный вкус, я не осуждаю. Ну, в плане того, что музыка, мелодия какая-то. Ну, я не могу, ну трек этого Фира, ему ж самому кринжово с этого трека, который он... Ему ремикс сделали. О, скинь ему, пусть он слушает. Че? Ладно, нет. Чё, как ты? Боже, прекрати. Ой, всё, выхожу, блядь. Что ты зашёл? А чё там оно? Да там он кричит, боже, прекрати, блядь. Это вообще жесть. Не, я слышу. А ну. Сейчас я тебя помню. Всё, я вышел. Мне уже нравится. И встает большой вопрос, и Брэдмапса я позвал. Какая оценочка ваша? Ну... Ну типа, это серьезно нельзя оценивать. Ну, Фир же сделал трек по рофлу. Или Фир на серьезных. Просто интересно. Мне кажется, если он кринжует, значит он реально на серьезно это делал. Ну если крин. Ой, поплямкой. Да, да. Кушай. Он еще весь рот так набивает, целый рот прям. Что там оттуда прям вываливается, знаешь, куски. Люди, масса, у меня даже кот умереннее, чем ты кушает. По чуть-чуть. А чё он ест? Не знаю, там что-то белое. Наверное, молоко быка. Сосиска, ну ты юморной. Вот. Проживал, всё?
Да. А чё ел? Не скажу. Семен? А? Не, ничего не. Семен? Боже, прекрати игнорить мои донаты, и может быть я соберу сосиски на стрим. Что за звуки? Жесть, генератор звуков всяких. Сорян, боже, прекрати игнорировать мои донаты. Я не игнорирую. Я не понимаю просто. Ты приятного аппетита пожелал. Спасибо. Донат ссылку. Какую донат ссылку? Какая донат ссылка? Донат про ссылку. Какую ссылку? Может, отсылка на Wednesday? Где ссылка? Я не понимаю. Давайте PvP какое-то, дуэли. А я уже подуэлился с ним. Не, ну типа, короче, непонятно, как это оценить. Типа, просто, если объективно, то... Надо было не такую супер, не такую охуенную песню все-таки брать. Чуть помягче какую-то. А у Фира есть еще треки? Надеюсь, нет. Да почему? Бля, вот такое чувство, что есть. Кстати, насчет ремикса. Еще человек скинул, типа, то, что спасибо, что оценил. Ой, блядь. Никто ж не оценивал. Ну, типа... А как оценивать? Ну, реально, как? Да нет, типа, имеется в виду, типа, как ремикс, как, типа, он обработал именно звук. Я про это. А, я не знаю. Ну, видно, что... Если ты про это, то видно, что... то, что ты еще начинаешь. Или так чисто по рофлу. Не знаю, типа, как ты именно это. С каким посылом ты это типа делал? Чисто по угару? Или чисто так? Ремикс реально сделать?